Подоконник тут вот вон все там зажелтело, обои от сырости отстают, и уже иногда вот когда все закрыто, помещение, начинает запах. На протяжении 2 лет Татьяна Боярова пытается добиться, чтобы сотрудники центра ЖКХ сделали ремонт в ее квартире. Помещение заливает весной во время таяния снега и при каждом дожде. Вода проникает через щель, которая образовалась на 10-м этаже на открытой веранде дома. Они нам пообещали сделать в течение лета. Ну вот, в течение лета у нас приходили специалисты, смотрели, обещали. Вот, значит, в 19-м это в 18-м году. В 19-м тоже самое. Начали, как весна начинается, начинают звонить, обещают, придем, посмотрим, приходят, смотрят. Потом резко уходят все в отпуск, и я не знаю, с кем связаться и к кому обратиться. Но вот уже 20-й год. Вот. Как ливень, как дождь, у нас опять вот такая проблема. Татьяна и ее супруг предполагают, что внутри пола нарушена гидроизоляция и необходимо срочно вскрывать кафель. Сами Бояровы делать это боятся, говорят, что опыта недостаточно. Но чтобы хоть как-то предотвратить потоп, они соорудили ручной слив. Это муж вот построил, потому что когда с крыши течет, вода стекает, и куда-то затекает она там, потому что сразу начинает и сюда течь. Вот он сделал, чтобы ближе к канализации, вот это вот там железо подложил, и желобочек сделал, чтобы тоже в канализацию сразу стекало. Вот, ну все равно затекает, но хотя бы не так. В центре ЖКХ нам сообщили, что в 2020 году обращений по поводу протечки из дома номер 18 по улице Гоголя к ним не было. Последнее заявление от жильцов поступало в 2019. Еще тогда все проблемы были устранены. Был прочищен внутренний водосток. Предположительно, протечка 2019 года, сакцентирую ваше внимание, потому что предварительные причины той протечки годовалой давности практически. Это 2 причины, которые одну устранили. Вторая причина, она в плановом порядке у нас будет выявляться. Она связана со вскрытием напольного покрытия. Константин Зайцев уверил, что ремонт напольного покрытия в доме номер 18 по улице Гоголя запланирован на 15 июля. Ирина Вышгородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.